Хорошо, давайте рассмотрим дальше. Докторовый пусть прототипная идет. Она не на флешку идет. Ну, можно, в принципе, и на флешку в систему ставить, и тут она запускается. Вот это идет чисто на флешку. Linux. Здесь она перегружается. Можно поставить на гиговую флешку, потом воткнуть модем или просто флешку и отнести. Просто объясняю, что как бы она программу туда не загрузит, она только чисто для проверки, если будете программу загружать, только ну специального вот, сайта. Загружаться. Как я объяснял, это Wi-Fi, это совсем другая система идет, зашифрованная. Будем на эту загружаться. Ставим так вот. И поехали. Ну вот она у нас загрузилась. Здесь все по-русски. Видите как. Еще раз повторяю, это Linux. Я согласен. Здесь надо обновлять, естественно. Как видите, здесь работает обновление. Пожалуйста, это распакованное. То же самое, та же система будет у вас работать, когда десятку Каспировского, ну и все остальное. Пока подписывайтесь, скачивайте. Вы, в принципе, можете его скачать где-то в другом месте. Можете у меня по прямой ссылке. Всем пока, до свидания.